Мы продолжаем нашу игру в магистр Навис. И мой ход сейчас, я буду строить здание. Строю я здание, у меня есть сколько кирпичей? Три. За три кирпича я строю... Ча-ча-ча. Док, наверное, построим. Строй док. Строю док. Док. Все. Док. Саня? Так, что там еще приносит? А там можно двигать отправить на кораблик, да? Вот где? Где? Вот там, где четыре, да, кирпичка? Да, и туда одного рабочего строишь, и два ушло в плавание. Mm-hmm. Я вот планирую сейчас это здание себе и взять, потому что у меня четыре кирпича уже есть. Откуда тебе могут? Видишь, я вон три этих, два этих, еще на рабстве. У меня рабы строят бесплатно. Рабы молодцы вообще, ребята. Вообще, да. Работают за копейки. Какие копейки? За еду они работают у тебя? А я возьму, наверное, вот эту ушку. Форт? А я вот это. Будет воевать. Вояка. Все? Начинаем, давайте дальше, в принципе, давайте. Берем рабочих, сколько у нас указано на планшете, и освобождаем тоже столько, сколько указано. Рабочие копятся, уже бездельничают. Уже бездельничают, да. Кто ходит-то? Ты. Я выставляю сюда. А, это щит еще дается? Да. Да. Я выставляю сюда, чтобы сделать мореплавание. Сделать мореплавание. Ну сделай мореплавание, сделай. И делаю мореплавание. Мореплавание я делаю. Куда я буду делать мореплавание-то? Ты выставляешь фишки больше, чем играешь в игру. А вот у меня еще карта положена здесь, нет? Какая-то была. Это сколько максимум? Это ты должен использовать действие с ящиком, а у тебя его нету до сих пор. Значит, сыграть в ящик. Сыграть ящик. Сыграть ящик. Для этого тебе надо было купить вот этот какой-то турагентство от этого. Либо мореплавание, либо ящик. А мореплавание я могу тогда на новой линии начать. Можешь любую, да. Только имей в виду, губернатора карту получит тот, у кого здесь фишек больше. Понял, то я туда выставляю. Если равенство, кто ближе к этому самому. Защита здесь, да. Защит. Давай, Саня. Так. А смысл вот иметь вот эти пустые теперь города завоевывать? Я понимаю, там я, например, камбяшку взял. Смысла уже нету. Все. Уже нету, да? Только просто... Снимать-то тебе нельзя. Типа, одно очко кого-то лишишь, одно очко возьмешь, но как бы и все, и потеряешь. Завоевал, живите, а все нам. Завоевал. Ну что, раз такое дело, я открою картографом два мореплавания. Бах. И забил, да, все? Комбяшка. И, собственно, так как троих Подожди, а как ты двумя сделал? Контограф. Сразу два мореплавания. Контограф. И поэтому, так как три моих здесь, поэтому вот я беру себе губернатор Северной Америки, сразу продвигаюсь два щита. Ах ты. Монетка. Да, что там? Одна победная чемодан. Да. Кстати, карта губернатора, она первая кладется сюда, она тоже не входит вот в эти, которые максимум в руке. Но следующую, если ты карту губернатора будешь брать, ты уже сюда будешь. А ты себя добавил сразу? Да. Ходи. Ну давай, я тебе хожу. Да, мне нечего делать, я пасую. Пасуешь. У меня сейчас будет долгий ход. Ничего не осталось. Я сейчас верну с этого и опять двоих пошел. Сейчас Саня пусть походит, потому что пендрёт. Да, теперь города, кстати, почему нет? Все. А, город это. Теперь беру, здесь есть три города, можно взять. Но единственное, смотрите, эти города может брать только тот, кто участвовал в открытии. Да, если тот, кто-то не участвовал, то и города ему не обзорятся. Я беру вот и этот. То же самое с картами. Вот этот город, вот этот. Вот этот. Нет, не знаю, что взять. Не знаю. Ну так действия бери, у тебя действия нету. Да не бери, действия. Ну ладно, да. Саня, не дать здесь. Теперь за это ты можешь, видишь, либо карту взять, либо мореплавание совершить. А потому что. Давай, Саня, ты хочешь. Давай, вот города можно брать. Так, резиденцию, да, типа? Да, можно в резиденцию брать города. Зачем ты отберешь? Можешь он тот взять, смотри, у тебя будет связь тогда. Кстати, да. С кем? Вон, смотри, вон, видишь, с твоим городом торговый путь. Следить. Это ты просто захотел здесь еще урвать. А это я возьму. Никому ничего не достанется. Не, ну мне тоже что-то надо. Вот. Что-то достанется, да. Так. Оп, и где там? Вот это. Линию, что ли, не видишь? Не, если там. Глазки долблюсь. Зря. За резиденцию я тут взял. Все равно, даже если завоюю, я продвинусь. Интересно, да? Да, вот теперь ты можешь это использовать. Либо плыть куда-то, вот где-то дальше. Чего это значит? Это вот можно взять карту. Здесь ты можешь вот эту верхнюю взять, потому что один город. Но она только не раз действует, да? А? Или всегда эта карта? Всегда действует, да? Два дополнительных кирпича.
Пока ты ее не скинешь. Пока ты ее не скинешь. Ну, то есть она всегда дает два дополнительных кирпича, правильно понял? Да. Или только один момент, типа добавил? Нет, все, ты ее сюда вниз положишь. Да, я ее беру, да, вот я скидываю и беру, дай просто там карточку. И продвигаю здесь на два, соответственно, да? Да. Окей, все. Так, а я что хочу? Теперь я уже отходил, можно сказать. То есть... А вот эти, ну, то есть получается так, они вот цифры вот эти у карт есть, я могу взять в принципе все, потому что у меня 5, Саня до 3 и ты до 3. То есть 4-5 вы отсюда не можете взять. Угу. У тебя только 4, откуда у тебя 5? Что? У тебя только 4, откуда у тебя 5? Почему? А, ну у меня 4, да. То есть карту 5 здесь никто не взять может, на 6 победных очков. Либо перезахватывать города, ну вот тут для этого только еще нужно захватывать города. Так. Ну я вот, вот эту штуку юзаю. И. Город? Или воевать? Так, воевать я тоже могу где угодно. Да, ну, в смысле в том регионе, где есть твое присутствие. Мое присутствие. Не, ну что делать? Будем воевать, все равно что мне пора. Прокакивать тоже не хочется. Прокакивать. Да прокакивай что-то. Вилла взял, сбросил, действительно, так надо. Почему? Так и надо. Ты этот скинул одного за войну со своего планшета, надо, да? Это читается, он убили. Да, в борьбе с моими. За короля. За короля. Так, что можно сделать? Можно где-то взять карту. Пукнуть в танишке. То есть гениальное предложение. Обождаются. Ну вот, используя вот эту, чтобы взять карту, сразу видно, интеллигентный человек. Ну так, и это. Не надо. Вот эту карточку беру. Что-то берет там непонятно себе. Ну что, прям зрители скажут, если он 4-0. Ну по-любому 4-0, нам-то уже поздно будет. Садочек уже останется. Ходи. Все, я хожу. Я пас, мне больше нечего. Я пас. Я тоже. Ну, я использую вот это вот. Машну. Мешочек опять освобождаю. И, в принципе, опять плыву. Чего тут как-то 4, что ли? Мешочек это хорошо. Мешочек это очень хорошо. Теребонькает своим мешочком. Так, куда бы поплыть, где бы чего-нибудь хорошее открыть. Что-то интересное. Два щита. Можно туда плыть. Где два щита? А там деньги амфора. Деньги амфора. Это арфа. Арфа, извините. Я брать виллы, арфа. Вот сюда. Виталий Четырок. Давай, ходи дальше. Все? Все, а все, тогда корона переходит к Сане. Мне больше нечего делать. Да. И следующий ход является открытым. Ура! Строительство. Строительство. Так, 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 три. Ну, что там за три кирпичика можно? Так. Два. Толку нету. Так. Две арфы. Смысла нету. Нет, опять. То есть я могу только одно здание, да, еще раз уточняю? Да, конечно. Mm-hmm. Каждый ход одно здание. То есть количество кирпичей это просто ограничение, какого уровня ты можешь построить? Да, да. Ты за 4 еще сможешь строить, да? Нет, это ты, в том-то и дело. Нет. Я не знаю, где урвать еще кирпичечек. Кирпичики, заводи, только теперь, заводи, да, заводи. Вот где плыть. Плыть, да. Заводи. Либо карты, ну карты. Ты можешь посмотреть, видишь, вон кирпичи. Для но этого надо сначала это купить, а потом следующее. Либо что-то. У том-то еделья. Дехеда. Начинает кризис империи. Давай. Непонятно, непонятно. Давай там с этим, с двумя амфорами. Культуривайся. А я возьму еще одну карту. Ух, наплавалось. Последнего взял, да? Так, всего два. Я тогда возьму за 4 две карты взять. Нормально, кстати. Handelshaus. Тебе надо вот это взывать. Сейчас наберешь, начнешь скидывать.
Чего скидывать? Карты. Ты сейчас на руке можешь иметь, ну, вот здесь только две. Если ты сейчас две возьмешь, у тебя одну надо придется скинуть, кроме губернатора и рабства. Понял. Ну что, все, тогда смотрим, сколько кто у кого рабочих пришло. Четыре. Я освободилась. Ну, поехали. Саня начинает ходить. Монетки. А это стоит 2, да? Или она просто вторая по счету? Это нужно иметь хотя бы 2 фишки здесь присутствуя в твоем регионе. Ну, то есть в Европе. Да. В Старом Свете, понял. У тебя есть, можешь взять. И они еще лежат именно по такому порядку. Понял. То есть нельзя купить там 3, пока лежит 2. Ясненько. Ясно, понятно. Так. Что мы хотим? Воевать не хотим. Наверное. Или хотим. Сдавайся и все. Хотим. Хотим, не хотим. Хотим, не хотим. Мореплавишь? Ну, мореплавлю. Куда в море плавишь? Плавим море. Да, я вот думаю, что делать. Так. Фил там по-любому загробастает. Хотя участвует это тоже в распиле страны. Распил страны. Вил? Что делать? Ставлю одного сюда. Поплывешь опять? Поплыву. На другую сторону. Разобью вообще нормально в один ход, может, 5 просто кораблей. Я хожу. Не, хотя погоди, сюда. Мне иначе рабочих не хватит, и второе плавание. Второе плавание надо совершить где-то. Блин. Так плохо. Совершай. Картоха. Картоха. Антоха. Так, здесь Антоха. Так, я тогда беру две карты. Одна карта вот эта. Мне надо три подкидывать. Сразу. Два, три. Ну, да. Вторую еще. И вторая карта. Можешь взять либо рабство, либо это. Либо здесь, а вон три монеты. Вот это возьму. Там сейчас кому-то будет. 5 очков. 5 очков. Так 4, это только Саня может взять. Ну, черт, а 3, только... она меня подкидывает на один кирпич. Подкидывает на один кирпич. На один. Все по одному. Денежку один, да. Да, тут смотрите, почему на некоторых, объясняем как раз уже, в принципе, чтобы вы понимали, почему на некоторых цифрах изображены кирпичи, а на других нет. В конце игры, когда будут подсчитываться победные очки за развитие в сферах, каждый получит столько очков, сколько развития сфер. Но перед этим нужно будет откатить кубик на ближайший минимальный. То есть, например, если у тебя 9, тебе придется откатиться на 7. Понятно, а если 10, ты уже останешься здесь. Понятно, понятно. Ясно, понятно. Давай, Сань. Так, так, так. А что я могу? Воевать, то есть только могу. Воевать. Одного убивай сразу, не забывай. Угу. Убивай, не забывай. Убивай, не забывай. Так, где я хочу воевать? Ну, вот здесь хочу воевать. И где? Захватил всю Северную Америку, а губернатор мне вообще прикольно. Ну, а что? Я губернатор, а поселенцы все Саньки. Ну, его на виллы надо поднять. Вилла на виллы. Ну что, плавание и 2 плавания совершаю вот здесь. У тебя есть последний шанс, или его уже нет, чтобы поучаствовать в открытии этого мира? Есть. Участвую в открытии этого мира. Туда своего поставь. Вот сюда? Да, да. Я стал губернатором второго мира. Да, минус 4. Губернатор всего. Три. Губернатор всего. Нет, Северной и Центральной Америки. Все правильно. Нормально. Че? Так, снова я хожу, да? Нет, ты он походил, Саня? Я пас, Саня, да. А, ты пас. Саня пас, я город строю. Погоди, погоди. Куда ты спешишь? Я хожу. Да, спешу. Молодец. Кстати, Саня тоже может город, а не можешь. Я могу либо город построить, либо взять карту. Наверное, город построить мне будет выгоднее. Да, сбрасываю фишку. Строю город. Вот здесь и вот
так вот. Ух, я что-то в политике развился. Я строю город здесь, вот. Будем называть тебя Ипполит. Этот город, да, за 2 очка победы. Ну, у тебя 3 мощны уже стало. Да, я мощен мощной. Ну и все, я тоже пас, у меня нет рабочих. Бельдар короля, последний ход у нас пошел. Да, что, последний ход надо что-то построиться такого, уху-ху. Чего мне не хватает? Чудо света построй. Откатить я могу. Почему это игра, в которой нельзя строить чудеса света? Зачем? Музей. Музей, кстати, прикольный. Вон, ставишь, откуда ты снимаешь. А, они все такие 5-го уровня. Но мы до 5-го уровня. Не доползли. Не доползли. Чуть-чуть не хватило. Куда двигать? И давай ходить, все равно тоже выиграешь. Дверь. Я, наверное, возьму вот этот, чтобы, да, 2 карты взять. Давай. Где-нибудь донаберу чем-нибудь картами. Ну, понятно, дело, что ты наберешь. Так, я за 4 могу взять, и за 4 я беру университет. А это до 4 не добежал. Саня? Давай доки, наверное. Докс. Докс. Бери доки. В облечках набираем. Да, что-то набираем. 5. А за экстра челобречка будет потом какой-то бонус? Там, по-моему, каждые 3 неиспользованных человека одно победное очко. Не так много по сравнению с остальным. Ну и ходи, уж. Давай. Да, надо походить. Походи. И надо походить так, чтобы не было стыдно и мучительно больно. Взять 2 карты. Надо так взять 2 карты. Чтобы не обосраться. Типа того. Блин. Сейчас станем все шутки на тему геев и идификации. Это 2 основных направления. Жанровых. Ну, у меня хотя бы шутки есть. Хотя бы шутки есть. Даже заполнять. Ты за походил? Зияющую пустоту эфирного времени. Пока вы тут рожаете. Да, лучше молчать, чем шутить. Не смеши меня. Видишь, у меня есть шутки. Шутки за миллион. Плыть-то и не. Плыть, не плыть. На этого Кингсона никто не ходил. Вот. Пародия на Бондиана. Твоего? А, не-не-не. Двумя. Вилл захватывает все. Вилл захватом. Какие-то восточные земли, что это такое? Китай, Остиндия, что ли? Да, Остиндия. Так, я тебе, да? Я ставлю город. Золотой. Вот здесь. Ставь. Голод. А, я не могу 2, да? Потому что здесь один. Не могу. Нет, это ты можешь. А, окей, тогда я город там ставил. Ты карточки не можешь дать больше. Понял. Ставил. Да. Саня? Я карточку возьму. Вот, 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 вот. Так, карты взять. Карты. Да, и кроме тебя никто не мог взять, в принципе. А и Саня тоже не мог взять. Почему? А4 есть, понимаешь, заметь. А там что за сообщение? Представляем, мы дошли до самого дна. Да, что тут? Шлёбы-блябы. Что это последнее, но рабство отменяет. Да, отмена рабства. Склавирай. Что это значит? Все игроки. Ну, у кого вот эти кладут свои перевернется карты рабства. И аннулируется. Минус 1 очко, да, и аннулируется бонус. Да. Короче. Понятно. Хорошо. Что ходит-то? Я думаю, какие мне карты взять. Да какая разница, какие карты раз я выиграл уже классиком. Проблема в том, что ну, так, а хотя да, за картами не будет, да, тогда сначала надо по мореплаванию залезть, а потом уже зависит от того, как про мореплавание эту поднять, культур, мультур и чего только не надо, все надо, 2 культуры, да, одна здесь,
стараюсь здесь их, чтобы культуру довести до состояния, когда она уже не сбросится. Какой делается, как культурный человек. Да, вообще. Так, я беру мореплавание и беру щит вот там вот. Вот этот? Так, подожди, я посмотрю. Оу, щит. Нет, даже щит не буду брать. Хотя ладно, возьму щит. Беру щит здесь. Оп. Давай, Саня. Так, а это плюс. Что значит плюс? Можно и то, и то. И город основать, и плыть. Но город нет, уже негде, основать. Да. Угу. Если бы ты, вот, например, доплыл, открыл бы страну, сразу там мог бы город основать. Понятно. Можешь оставить на вон, на это, тут скоро. Ну, я не могу туда поставить. Если я ей поставлю, то я уже не смогу ее использовать. Другого мореплавания нет. Угу. А, ты уже использовал. Да, вот такой взял. Вот шит. Холи шит. Вот сюда я плыву еще. Я, если поплыву, я ничего не смогу сделать. А туда плыви. Виллу откроешь, еще одну карту. Не открывает. Тут еще одно мореплавание останется. А ни у кого больше мореплавания нету. Так что эту землю не открою. Так. Даже так, если очень так. Сильно бы хотелось. Не доплыли. Да. Потерялись на просторах Индийского океана. Блин, я думал, там щит взять надо, значит, я не смогу взять щит. А в Индии вообще никто не платит. Факинг щит. На Индию вообще все забили. Санюша, в Африке тоже все забили. Так, я, короче, воюю. Давай, с кем? С тобой. Опять сколько можно, Саня? У тебя просто больше. О. Терпидоном захотел? Подлец. Купидон. А что, каждый торговый путь, ты видишь, тоже приносит победное очко. Давай, Вил. Я всем вычислил. Ну, у меня все, это самое. Остается только взять две карты, и на этом ход может быть закончен. Давай. А я беру тоже две карты. То рабство я не хочу брать, получается, я могу взять там, либо, что там, две амфоры, еще три амфоры, это 5 победных очков тебе сразу набустить. Но я потеряю 2 победных очка в мошонке. Береги мошонку, Вил. Значит, надо поднимать мошну первое, это точно. Вот это первая карта. И что там, ой. О, и вторая карта вот это. Я здесь как раз строительство. Они сгораем это. Не здесь, да. Но тебя уже не догнать. Так я беру две карты тоже. Забурцу там. Нет, две карты, ну тогда отсюда. Рабство. Рабство вообще в бок, как и у меня, она не считается. А, вот за основу. Так, здесь раз, два. И оттуда же еще одну беру. Наверное. Да. Ну, а это уже идет в основные карты. Я как раз могу 4 содержать, мне надо еще 2 монетки, раз, два, ну, 1 очко дополнительно. Эх, и все равно. Все? Я? Финита ли комедия? Не, ну, сейчас Саня есть еще плыть. Плыви, Саня, так, куда-нибудь. Где монетка? Нет, никак. Где монетки, чтоб не сгорели? Ну, у меня, видишь, что амфоры, чтобы не сгорели. А, ну да. Тут я больше. Лучше амфоры. У меня все, действий, вернее, действий-то есть, только нет людей. Пас. Все, подсчет. Все спасанули. Значит, подсчет. Теперь, ну, давайте считать. Значит, считаем города и вот эти торговые пути. Ну, вот начнем с меня. Давай. 1, 2, 3, 4. Вот этот путь мне дает 5. И всего, по городам у меня больше ничего нет. У меня всего 5 городов, плюс коннекшенсов. В общем, только 5. Давай, Вул, твои считай. 1, 2, 3, 4, 5. Там 6. А, 1, 2, 3, 4, 5. Там 5. Город 2 дает. 5. Ну и Саня сейчас будет больше всего, конечно. Конечно. Раз. А можно с этого с края считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13 очков даже. Саня по городам, всего 2 балла. Молодец. Ну и теперь смотрим, значит, этот у меня 10, ничего не слетело. Этот у меня 12. Этот у меня слетел до 7. Политика 10. Теперь у тебя его считаем. Хорошо, слетаем. Верхняя 7. Амфоры 4. Монетки 7. Влияние 7. 7. Я сам. 7, 7.
2, 5, 4. 72, 4. Университет. Ты строил? У меня есть университет, да, 3. И победных очков. Университет больше. Их всего 2, второй непостроенный. Карты, на карточках смотрим. 1, у меня 2 победных. У меня 5. У меня 2. Что, вообще нет? Нет, вообще нет. Вообще нет. Вообще нет. У меня 5. А, не, погоди, смотри, если у тебя нет губернатора, еще 3 очка. И у тебя нет губернатора, 3 очка. И еще 5. Так. У тебя 8, у меня 3. Значит, у него 3, а у основной 8. Угу. Именно так. У меня есть губернатор. Видишь, губернатор иногда и да. Не очень. Так, и осталось нам посчитать. У меня нету, у тебя вот одно очко за свободно. Угу. И ну, рабство не отменили. Ну, значит, все, теперь суммы считаем. Рабство не отменили? А, в смысле, они еще... Вот, если сами идут, взял не вот идут это... Не идут в минуса, они, да? Не идут в минуса. Да. Иначе бы он перевернулось, минус 1 очко. Да. Ну, минус 1 тоже не серьезно. 10, 20, 32, 34, 39, 46. У тебя 46, да? Да, у тебя у 7, 10, 15, 19, 26. 36-37, не так много отстал. Саня, 20-27-37-41. Да, так что видите, 46 у меня, у Сани 41, 37. Все достаточно близко. Кто во что убился? Я в открытие, Саня в города. Ну, непонятно во что. Сначала будет сложно, но в принципе не сложно. Ну, это больше подготовка. Вот эти все фишечки разложить по всей карте, это, конечно, самое больное. Да, фишечек очень много разных. А так игрушка красивая, симпатичная, вполне играбельная. Да. Да. Спасибо, что смотрели. С вами был сегодня Саня, Вил и братец Вуп. Живите долго и процветайте. Всем пока.